Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вчера у меня вышел музыкальный ролик, посвященный парам, а сегодня с моими комментариями. Пары будут другие, должна сказать. Но не только парам будет посвящен этот ролик, но немножко затронем историю моды. Заинтриговала вас? Давайте начнем. С одной стороны яркий, а с другой стороны лаконичный комплект. И посмотрите, как сумка хорошо вписывается в него. Молодой человек, интересно, вейп или как он правильно называется, по цвету, интересно, подбирал или у девушки у своей одолжил. Здесь я, конечно, в первую очередь обращаю внимание на волосы, шикарная коса, ну и костюм, конечно же, интересный, эти разрезы. Сейчас навстречу девушка пойдет в розовой модной жилетке, вот с широкими джинсами, мне кажется, это смотрелось бы лучше. Зачем мы любим обтянуть все во всех местах? Еще один белый костюм, светлый во всяком случае, хорошее решение для города. Казалось бы, просто, вот что предыдущий, что этот, но очень хорошо они смотрятся. Еще одна светлая пара, девушка в платье в белевом стиле, в кроссовках и в джинсовой куртке. Все по современным правилам стилистики, грубое с нежным. Молодому человеку сейчас, конечно, достанется за его шорты. Последнее время часто встречаю в комментариях эту реакцию на шорты, на домашнюю обувь. Вот у девушки шлепки такие по типу домашних. Должна сказать, что люди, конечно, не сами это придумывают. Мода к нам приходит с подиумов, а на подиумы она попадает из потребностей общества. И когда прошла пандемия, многие захотели большего комфорта. Не только дома, но и на улицах тоже отсюда. И треники, и домашняя обувь. У девушки, кстати, розовая сумка, розовый пиджак, розовые шлепки, розовая майка. Молодой человек поддержал ее кепкой. Странно, почему нас не ужасают мини на улицах города. Видимо, потому что они с нами уже очень давно, но когда они, я думаю, впервые появились, то тоже вызывали ужас у многих обывателей. Кстати, девушка хоть и в шортах, но в пиджаке, а не в купальнике. Но это вполне могла бы быть и мини-юбка, как, например, вот здесь. Кстати, несколько раз я пересмотрела, но так мне и не понравилась рубашка с этой юбкой. Кстати, почему-то не возникает вопросов к голым животам. Видимо, потому что они тоже уже давно с нами. Посмотрите, какой парень. В шляпе. При этом в трениках и в футболке. Еще один голый живот, но при этом вполне приличный городской костюм. Красивый зеленый цвет. И такая пара гармоничная. Хорошо они сочетаются вместе. И эти ребята мне тоже понравились. Тоже, правда, немножко голого живота видно. Но, на мой взгляд, и эта пара, и следующая, они очень хорошо смотрятся друг с другом. Как-то случайно эти две дамы у меня здесь затесались в пары. Ну, их же тоже двое. Мне понравился этот светлый костюм с каким-то, что-то летнее пальто, наверное, цветное. Ну и, конечно, модный брючный костюм с расширенной линией плеча. Еще одна красивая пара, нарядная, ну потому что они идут в театр, и все бы ничего. Сейчас бы они прошли наше ОТК, но оказалась голая спина. Про голые спины я уже говорила в предыдущем ролике. Он так и называется «Остерегайтесь голой спины», поэтому не буду повторяться. Красивое синее платье с красивой линией декольте, с разрезом. Я думаю, достойно для того, чтобы выгулять его в большой театр. Мне кажется, они туда и идут. И эта парочка, оказалось, идет в большой театр. Про белые костюмы я поговорила в самом начале, хотя этот комбинезон и отлично он смотрится. Но заметьте, какие брюки у молодого человека. Наверное, он какой-то артист. Или, во всяком случае, точно имеет какое-то отношение к творчеству. Обычные мужчины у нас такие брюки не носят. Я как-то своему брату купила в бело-голубую полоску. Он отказался носить, и я их себе забрала. Очень не повезло с братом.
Забыла опять попросить у вас в самом начале поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии, оставляйте смайлики. До новых радостных встреч. Всем пока!